Знание, опыт, достижение и мифический образ безграничного познания. Выставку «Вавилонская башня» Виктора Альшевского приняла президентская библиотека в Доме правительства. Вавилонская башня – это некое послание человечеству, правильно? Абсолютно вы правильно заметили. То есть это, видимо, наверное, тот ключ, да, то есть разрушая и создавая. 52 картины, кирпичики башни, части единого живого организма по имени человечества. Всякий раз возвращался домой, и я всегда чувствовал себя счастливым человеком, что я родился именно на этой земле. Поэтому Минск для меня – это, безусловно, это моя жизнь, моя гордость, моя, как говорится, любовь. И все, что с ним связано, это уже моя история. В следующем году я сделаю выставку, я всех приглашу и попытаюсь, показать, что я за этот период даже жизни в Минске, да, смог сделать и что я сделал для Минска, да, то есть своим творчеством. Автор пообщался с поклонниками и ответил на все интересующие их вопросы. Выставочный проект открыт для посещения до 9 ноября.